Здравствуйте, меня зовут Оксана Яшанькина, я тренер по фитнесу. Сегодня я вам покажу упражнение на проблемные зоны. Первое упражнение мы выполняем на коврике и будем прорабатывать косые мышцы живота. Ложитесь ровно, руки за голову, левую ножку ставим на правую. И правым локтем касаемся левого колена. Контролируйте, чтобы ваша поясница не отрывалась от коврика. До конца корпус мы не кладем на коврик, все время на весу. Это упражнение мы выполняем 20-30 раз. В одну сторону меняем ножку и делаем также на другую ногу. Левым локтем касаемся правого колена. Дыхание свободное. Хорошо. И отдыхаете. Следующее упражнение. Мы занимаем упор лежа, сгибаем локти, одновременно сгибаем колени и выпрямляемся. Контролируйте, что ягодицы и пресс здесь напряжены. Здесь прорабатываются у нас мышцы. Это трицепс, дельтовидные мышцы, работает передняя часть бедра. Очень хорошо прорабатываются связки коленные и голеностопные. Замечательно.